Недавно в Воронеже произошел вопиющий случай. В одном из баров под названием «Понеслось» не пустили парня в военной форме, сославшись на какие-то правила, дресс-код и вообще непонятно на что. Я иначе как жлобством это все назвать просто не могу. Какой дресс-код? О чем идет речь? Вот. Судя по видео, основными посетителями этого бара являются люди молодого, призывного возраста. То есть, по сути, ровесники тех, кто сейчас защищает нашу родину, отдает свои жизни на передовой. Я считаю, что это, конечно, вопиющий случай. Понятное дело, что с законной точки зрения каких-либо санкций в отношении этого заведения применить, в принципе, достаточно проблематично. Однако я призываю всех, просто объявить бойкот, не посещать это заведение, вот, потому что, отвратительней поступка я просто даже и назвать сейчас не могу.